Через несколько минут начнется игра «Пять в России» по торговому набору в области «Дубек». Команда молодежного состава. Между каналами. «Динамо» в «Дубеке» в «Город Волгоград». «Виктор Суворов» в «Ростов». Представляю команду наших гостей. «Виктор Суворов» в «Ростов». Номер 3. «Кабаев Димон». Номер 9. Попов Вадим. Номер 22. Шевченко Иван. Номер 23. Катан Руслан. Номер 28. Веревкин Ярослав. Номер 32. Шарко Михаил. Номер 37. Шитик Кирилл. Веселок. Крещенко Дмитрий. Мастер спорта. Номер 43. Кривенко Никита. Номер 45. Черкасов Исмаил. Номер 47. Перек Александр. Номер 51. Раков Илья. Номер 62. Жуков Алексей. Номер 90. Виктор Фурсин. Мастер спорта. Номер 93. Филиппов Данил. Номер 98. Женщин Данил. Внутри команды Белый Сергей Александрович. Старший тренер команды Игорский Виталий Владимирович. Представляю команду «Динамо» «Тех» в этом выигрыше. Номер 2. Крем Данила. Номер 3. Кудин Константин. Номер 8. Мухаммед Абдалиев. Малачевый Сергей. Номер 10. Кирилл Дегор. Номер 17. Шумин Дмитрий. Номер 19. Лущенко Владислав. Номер 20. Владислав Никита. Номер 21. Рикард Глеб. Номер 27. Лещик Сергей.
Добрый день, дорогие друзья, и мы начинаем очередную трансляцию из Волгограда с матча молодежной лиги. Динамо Орбиотех, они же дублеры Каустика, сегодня и завтра на своей площадке, но относительно своей. ФОК молодежный, к сожалению, у нас не готов по причинам непогоды. И мы играем в новом прекрасном ФОКе имени заслуженного тренера России Левона Акопяна. И составы играющих команд. Наши гости, они в белой, в бело-желтой форме. Виктор Суор Ставрополь. Итак, номер 3 Тимур Габараев. 9 Вадим Попов. 22 капитан команды Иван Шевченко. 23 Руслан Гакаме. 28 Ярослав Веревкин. 32 Михаил Шалько. 37 Кирилл Шитик. 40 Дмитрий Терещенко. 43 Никита Кириленко. Дмитрий Терещенко, голкипер. 45-й Исмаил Черкасов, 47-й Александр Пелех, 51-й Илья Краков, 62-й Алексей Жуков, 90-й Максим Пихтерев, 93-й Даниил Филиппов и 98-й голкипер Даниил Пшеничный, главный тренер команды Сергей Кленов, старший тренер Виталий Риховский. Хозяева площадки «Динамо Орбиотех» в зеленой форме. Итак, номер 2 Данила Кытрян, 3 Константин Кудинов, 8 Дамир Мухаметов, 9 Сергей Палащенко, 10 Егор Кривов, 17 Дмитрий Шубин, капитан команды, 19 Владислав Глущенко, 20 Никита Кумсков, 21 голкипер Глеб Великанов, 27 Сергей Винейчук, 31-й Сергей Василенко, 33-й голкипер Игорь Дубин, 34-й Александр Галкин, 55-й Семен Арзамасов, 69-й Никита Светлов и 77-й Мирослав Земляной. Главный тренер команды Богдан Кольцов и тренер мастер спорта Николай Сорокин. Ну, что можно сказать по составам? Ну, у нас сразу можно назвать Палащенко, Глущенко и Арзамасова — это усиление. Потому что эти ребята уже, в принципе, твердые игроки основы, но возраст еще позволяет сыграть за молодежку. Команда гостей очень серьезная, несмотря на то, что она чуть ниже нас в турнирной таблице. Но если взять по званиям, скажем так, то у Виктора Сора только Кирилл Шитик пока, ну, судя по протоколу, без какого-либо звания, да, все. Дмитрий Терещенко — мастер спорта, и остальные все кандидаты в мастера. У нас же мастер спорта Семен Арзамасов и Светлов, Галкин, Василенко, Кумсков, Глущенко и Мухаметов — кандидаты в мастера. Остальные перворазрядники, даже, можно сказать, звезда. Сергей Винейчук получил горчичник. Ну, звездой я называю Сергея Палащенко, потому что он уже он был лучше в молодежке, закрепился в основе и не просто оправдал надежды тренера, но продолжает расти, и у него еще, я надеюсь, дай бог не сглазить, большое будущее. В гандболе 1-0. Счет открыли гости. Вот я смотрю, 6-е место занимает Виктор Суор, у них 6 побед, 4 поражения, 12 очков. Мы на третьей строчке, у нас 7 побед, 1 ничья, 2 поражения и 15 очков. И вот он, Сергей Палащенко, счет сравнял, 2-я минута. Будет интересно однозначно. Вообще у нас так волею календаря получилось в октябре 2 больших домашних тура. Сыграли мы сначала с «Динамо Сунгуль» и с «Акбузатом-2», это в начале месяца, ну, можно сказать, в начале месяца. Те были игры, можно сказать, легкие, даже не относительно, а легкие, потому что без труда мы разобрались тогда. Первый сейф Глеба Великанова. И вот следующим был «Скиф». И со «Скифом» уже пришлось потрудиться, особенно вторая игра. Первые команды играли мяч в мяч, там где-то в концовочке, это буквально вот среду-четверг прошедшую, там «Скиф» упустил, соперник отпустил в самом конце, мы выиграли плюс 4, 40-36. Вторую могли и проиграть.
вырвали, как говорят хоккейные комментаторы, на пятачке. Вот прям в самой концовочке вырвали. Виктор Суор, как я говорил, не менее сложный, не менее серьезный соперник, чем Скиф. Аккуратнее надо Владу Глущенко, можно и удаление заработать. Вот. Ну и мы опять, как я и сказал, да, мы в ФОКе имени Левона Акопяна, мы здесь работаем с балкона. Скажем так, левую и правую стороны мне не видно, когда там атака, кто там будет с мячом. Где-то могу кого-то не назвать или назвать неправильно, поэтому реагировать на это жестко не надо. Особенно, когда это любят делать, даже не реагировать. Реагировать можно по-разному, можно и критически. А вот когда начинают гадить в комментариях, дорогие друзья, но если вы дети, то вам простительно. А если вы не дети, то пора взрослеть. Вот это все, что я на это скажу. Хозяева в атаке, Данила Катриан. Вот у нас Костя Кудинов появился, но левое колено у него... с наколенником, как ты правильно его назвать. Не принимал он участие в матчах со Скифом 2 по случаю вот травмы, но постепенно восстанавливается у нас. Также у нас опять Сергей Палащенко, 5-я минута, счет 2-1. Также у нас после травмы восстанавливается игрок молодежки Артем Ушаков. Пока еще, ну здорово, здорово, это Кирилл Шитик. Тут же ответил, и не надо терять, Глущенко и потеря. Не услышали меня наши парни, тут длинная передача, и Палащенко перехватил. Вот там моргнул Никита Кириленко. Он мяч ждал, но не заметил, как говорится, вспышку слева. Вот так у нас буквально секунд за 10-15 две потери. И атака хозяев площадки продолжается. Винничук на Глущенко. Глущенко ему вернул. Там Катриан ждет, но Сергей решил сам. Его роняют. Ну и голкипер Дмитрий Терещенко. Мастер спорта. Тоже последний сезон играет в молодежке 2003 года. Не позволил мячу пересечь ворота. Все равно его отбил. И пенальти Палащенко против Терещенко. И третий гол в игре, и третий раз отличился Сергей Палащенко. 6-я минута. 5 голов на двоих, ну, не сказать, что начали резво. Вот со Скифом первую игру начали намного резвее, и те, и другие, и голов был там забит уже к 6-й минуте, там, чуть ли не с десяток на двоих. Но игра как-то была... без огонька. Не сказать, что веселая. Потом разыгрались. Сейчас уже вот с первых минут у нас эмоции пошли. Да, уже и горчичник был один. Сергей Винничук его получил. И, конечно же, мы большой респект, благодарность выражаем нашим болельщикам, которые до этого... Ну, у нас в основном команда в южном районе города, и болельщики оттуда же. И доехать до этого ФОКа, ну это километров 50. Семен Арзамасов. Четвертый мяч забросил в ворота наших соперников. 4-2. И чем ответят гости? Черкасов, Шитик. Попов, снова Черкасов. И потеря у гостей. Кудинов. Ну там Данила Катриан передачу ждет. Он на Глущенко. Влад Глущенко мяч забросил. Вот когда со Скифом резко пришлось переехать в этот ФОК, понятное дело, болельщики не ожидали. И игры проходили практически при пустых трибунах. Сейчас вы слышите, они даже меня заглушают. Я говорю, себя не слышу. Поддержка. Сегодня без барабанов, но зато с вувузелами. Те, кто смотрел, если помните, чемпионат мира по футболу 2014 года в ЮАР, ну там вообще вот на трибунах атрибут, вот эти дудки, вувузелы.
Они глушили все. Атака нашей команды продолжается. Там угловой Мирослав Земляной подаст. Ведет мяч в игру на Палащенко. Арзамасов. Глущенко. И здорово. 6-2 уже. Гости атакуют. Шалько. Ну там его держат вдвоем Винничук и Кудинов. А мяч прилетел. Сергей Винничук отправился на 2 минуты на скамейку штрафников. И пенальти. Никита Кириленко против Глеба Великанова. К слову, во второй игре против Скифа забросил Никита Кириленко. 6-3. Во второй игре против Скифа второй вратарь молодежки. Ну, пока еще второй Игорь Дубин. 3 пенальти парировал. 3. Он даже шутку назвали, сотворил хет-трик по отражению 11-метровых. И вот я смотрю, болельщики еще продолжают подтягиваться. Но здесь трибуны маленькие, вмещают, наверное, в 4 раза меньше, чем в Фоке молодежном. Данила Катриан ответил результативно. 7-3. Еще 1,5 минуты мы будем играть в меньшинстве. 9-я минута первого тайма. 7-3. Ну, понятное дело, настрой наших ребят, он понятен. Они поймали по такой победный кураж. Глеб Великанов! Дважды, а? Красавец! Дважды парировал, а? Но это немножко не похоже на гостей. Пока они себя, свою игру не поймали, не нашли. Только привыкают. Наша команда очень сильная. Несмотря на то, что 4 поражения уже, ну, 6 побед. И Дмитрий Терещенко отличился после уже атаки хозяев площадки. Идут вперед гости. Попов там вступил в борьбу с Семеном Арзамасовым. 32-й Шалько, Черкасов. Ну что, классная атака и классное исполнение. Мяч в воротах. Никита Кириленко, 43-й номер. А у нас еще Палащенко на 2 минуты удален. Вот просто за что я не увидел. 4 секунды, 3, 2, 1. И Сергей Винничук появится на площадке. Но вместо него Дмитрий Шубин выбежал, капитан команды. Но мы по-прежнему в меньшинстве. Арзамасов, Шубин, Глущенко, Кудинов, Катриан, Земляной и пустые ворота. У нас пустые ворота. Катриан, Арзамасов, Глущенко, Земляной. Перемудрил Мирослав. Или перестарался. Бросал-то правильно в дальний угол, в открытый. Вратарь обзор ближний закрывал, но не попал в ворота. Чем ответят гости? 7-4, минус 3 они проигрывают. 11-я минута первого тайма. И это Кирилл Шитик забрасывает 5-й мяч в ворота Динамо Радиотех. 7-5, чуть меньше минуты. Еще Сергей Палащенко будет сидеть на скамейке запасных. Она для него временно стала скамейкой штрафников. И в атаке хозяева Шубин, Арзамасов. Снова Шубин, Глущенко, Арзамасов. Что Семен сделает? Рискнул, бросил, но там великолепен Дмитрий Терещенко. Вот. Хотя, конечно, бросок был не столько мощный. Я думаю, для вратаря, тем более мастера спорта, такие броски, как на тренировке. Гости в атаке. Черкасов,
Девятый номер — это Попов. И снова Кирилл Шитик. И счет уже 7-6. 12 минут сыграно в полном составе. Ну вот они, два удаления подряд позволили сократить гостям разрыв. Палащенко, Глущенко там борется, Арзамасов. Обороняются хорошо ставропольцы и перехватывают мяч. И у них есть возможность сравнять, что они и делают. Глеб Великанов угадал направление полета мяча, но парировать не сумел. Счет равный. Сыграно 13 минут. Да, Богдан Кольцов берет тайм-аут. Ну, правильно. Я думаю, чуть-чуть игра разладилась. Я еще сказал как-то в начале, гости никак на себя не похожи, но они стали на себя похожи. Они как раз разыгрались, разбегались, и вот счет равный. Так что борьба ожидается и сегодня, и завтра очень серьезной, я бы даже, наверное, сказал, жесткой. По-спортивному жесткой, естественно. Диджея сегодня нет, и, естественно, у нас американской музыки нет в тайм-аутах. Закончили тайм-аут, поехали дальше. С мячом хозяева. Катрян, Глущенко, Кудинов, Палащенко, Арзамасов, Земляной. В поле, в воротах Глеб Великанов. И довольно жарко сегодня в Фоке. Ну и на улице погода-то у нас мрачная, но довольно теплая по-осеннему. Градусов 15, если не больше, чуть-чуть даже точно есть. От этого жарко в зале. А плюс еще жара на площадке. Она ожидается во втором тайме вообще зашкаливать будет. Мирослав Земляной снова вывел хозяев вперед, 8-7. Гости в атаке Черкасов. Там борьба. Борьба 2 на 2. Филиппов, Черкасов, Попов. Ну и снова арбитр считает, не по правилам был остановлен Исмаил Черкасов. Там пенальти. Ну, понятное дело, Никита Кириленко. Он уже забивал в этой игре пенальти. И Игорь Дубин побежал в воротах. И снова парирует, а! Вот это красавчик, а! Но кто не слышал, я говорил, хет-трик по отраженным пенальти он сотворил во второй игре против Скифа 2. И тут же выбежал на пенальти. Ну что, у нас появился новый специалист по пенальти. Пусть пока в молодежке. И вот грубейшая ошибка хозяев площадки. Ее исправляет Глеб Переканов. Руслан Гакаме убежал один на один, но переиграть голкипера хозяев не сумел. Уронили там Сергея Винничука. Ну, вот швабра требуется на поле. Восемь семь, 15 минут, почти без 5 секунд сыграно в первом тайме. Ну, интересно же идет борьба. Вот я всегда призываю, кто не смотрит, не приходит на молодежку, вы многое теряете. Понятное дело, сегодня ехать далеко, но вот жители Семи Ветров Дзержинского района могли бы и поддержать. Тем более выходной день.
Хотя, в принципе, трибуны полные. Галкин появился на площадке. Вот он с мячом. Младший брат Данила Галкина. Светлов. Василенко, Светлов. Винничук. Какая атака, какая атака! Образцово-показательная атака, ее завершил Сергей Василенко. 9-7, красиво! Чем ответят наши гости? Гандболисты Виктор Суора. Черкасов на Шитика, и тот парашютиком... И мяч забросил. 9-8. Галкин, Винничук, Дамир Мухаметов на левом краю выбежал. Земляной. И на этот раз чуть-чуть Мирик перестарался. Попал в перекладину. Но, видимо, пыльная была. Надо было обтереть немножко перекладину, что он и сделал. И у гостей есть возможность сравнять счет. Вперед они еще не выходили. 7-7 был равный счет. Пока они только в роли догоняющих. И если эту атаку реализуют, они догонят. Но надо еще ее реализовать. Шевченко, Попов. Василенко и Попов там ведут борьбу. Филиппов. Шевченко. 37-й номер, это Кирилл Шитик. Попов, Шитик на Шевченко и... Вот я не видел, говорю, балкон загораживает, какое нарушение там было. К слову, монитор-то у меня есть, но на нем изображение слишком маленькое. Я даже не пытаюсь с него смотреть. 9-8, 18-я минута первого тайма. Сергей Винничук, Александр Галкин. Снова Винничук оставляет Светлову. Блестящий, блестящий бросок. Никита Светлов. Ударный Никитос нашей молодежки. 10-8. Плюс 2 выигрывают хозяева. Шевченко, Филиппов, Попов. Шитик, снова Попов. Шитик в центр на Филиппа. Ох, какой гол! Какой гол! Ну тут поаплодировать надо. Несмотря на то, что это гол соперника, ну, молодец. Данил Филиппов. Классно, классно исполнил. Я думаю, все любят эффектно заброшенные мячи. Хозяева в атаке. Галкин, Винничук. Снова Галкин. Светлов, Винничук. Пробил, пробил Дмитрия Терещенко. Дима угадал, куда будет лететь мяч. И даже потрогал его в полете, но пропустил. Вообще такой мощный фактурный вратарь у Виктора. Но я не буду называть Виктор Суора, буду привычно называть Виктор. И так понятно, что молодежное первенство, смотрим, это молодежные команды. Довел атаку до конца. Кирилл Шитик доиграл и забросил мяч. В борьбе там, в борьбе это Дамир Мухаметов. 20-я минута матча, 11-10. Но вот все более и более игра принимает такой жесткий, по-спортивному, конечно, жесткий характер. Никто не хочет уступать. Хозяева, они поймали победный кураж уже. 5 побед подряд на своем поле. Неудачная атака у гостей. 12-10. 12, да.
не сразу сменили счет на табло. Вот. Ну, естественно, у Виктора, я уверен, тоже самые высокие планы в чемпионате, поэтому драться они тоже будут до последних секунд. Я лично в этом не сомневаюсь. Хозяева в атаке. Светлов, Галкин, Миничук, Светлов, Галкин. И потеряют сейчас. Да, атака не удалась. Быстрая контратака гостей. И аплодисменты. Аплодисменты Глебу Великану. Он уже разгадал хитрые планы Кирилла Шитика. Но и у нас ничего быстро не получилось. Глебу Великанову аплодисменты. Атака гостей продолжается. Черкасов, Попов. В центре Михаил Шалько, 32 номер. Вот на самом дальнем краю это Никита Кириленко. Ну, приходится присматриваться. Что такое? Вот я вижу, Кирилл Шитик замену попросил. А, ну есть небольшие, скажем так, недочеты. Максим Пихтерев появился на площадке. По-моему, впервые в игре. Кириленко, Пихтерев, Черкасов, Шалько, Попов. И слева 22 номер Иван Шевченко. Черкасов, Попов, Кириленко. Ну, классно задумал, но Дмитрий Шубин понял, что хочет сделать Никита Кириленко, и остановил его. Попов. Какой гол, а? Молодец. 12-11. 22-я минута. Снова идут в атаку хозяева. Глущенко, Светлов, Галкин, Винейчук. Потрогали, пощупали мячик, и пора придумать что-то эффектное. Нарушение правил. Василенко отдал Галкину, тот Винейчуку. Мухаметов. Винейчук. Галкин. Затянулась атака. Ну, аут, мяч наш будет. Мухаметов на Василенко. И потеря. И уже у гостей есть возможность снова сравнять счет. Минус один они проигрывают. Черкасов. И ничего. Ничего гости не сделали. Ну вот уже элементы. Это элементы греко-римской борьбы. Недоволен Михаил Шалько решением арбитра, но получает две минуты. Василенко, Галкин, Винейчук, Светлов, Галкин, снова Винейчук. И Сергей бросил прямо от души. Чуть сетку не порвал. К слову, ворота защищал Данил Пшеничный. Сейчас он убежал, но ради лишнего. Гости в меньшинстве. Отбывает наказание двухминутный Михаил Шалько. И тайм-аут берет Сергей Кленов, главный тренер наших гостей, ставропольского коллектива Виктор Суор. Не знаю.
Ну вот мне пишут, трансляцию не запустили. Я не знаю, там, может быть, у нас, может быть, в Москве как-то проконтролируйте ситуацию. Тайм-аут закончен. 13:11. Попов, Черкасов, Филиппов, Пихтерев, Шевченко и Кириленко у гостей. И полторы минуты еще Михаил Шалько будет сидеть на скамейке. Попов, Черкасов, Кириленко, Пихтерев. В девятку. Прям в девятку. 13-12. И хозяева. Чем ответят? Галкин, Светлов, Глущенко, Светлов, Галкин, Винничук и Александр Галкин. 14-12. Ну, чуть больше полуминуты еще будет. Будут гости в меньшинстве. И они в атаке. Черкасов, Кириленко. Попов. Ну, спокойно там. Исмаил Черкасов. Забросил 13-й мяч. Тут же хозяева пытались сделать что-то быстро. Быстро не получилось, поэтому будут делать медленно, но верно. Винничук. Галкин. Ну, браво, Александр. 15-13. Ну, практически мяч в мяч. Идет игра. Ну, разве что гости все время в роли догоняющих. Один раз они догнали, счет сравняли, но вперед выйти пока у них не получилось. 5 минут до перерыва. И в полном составе. Данил Пшеничный в воротах. У Виктора. Попов, Черкасов, Кириленко. Ну, такой самый резвый по первому тайму Никита Кириленко у гостей. И ошибка. Ошибка команды Виктор. Хозяева начинают разыгрывать. Галкин, Винничук. На самом дальнем вот от камеры краю Дамир Мухаметов. Справа Влад Глущенко. В центре Константин Кудинов. Галкин, Кудинов, Винничук, Светлов. И аплодисменты Даниилу Пшеничному. Чем ответят гости? Но там надо аккуратнее, сейчас 2 минуты Кудинов получит. Ну, в принципе, за то же самое он получил 2 минуты, за что недавно отбывал эти 2 минуты тот, кого он уронил, Михаила Шалько. И пенальти. Даниил Максим Пихтерев против Игоря Дубина. Но на этот раз Игорь Думин не спас. Но у него уже за взять прошлый матч со Скифом и сегодня 4 отраженных пенальти. Константин Кудинов у нас сидит на скамейке. Отбывает двухминутную дисквалификацию. Ворота пустые, цена ошибки велика. Первая же потеря и шанс даже для голкипера забросить мяч. Никита Светлов на Влада Глущенко. Влад, ворота. 16-14.
мы в меньшинстве, и в меньшинстве забиваем. И гости идут вперед. Черкасов, Попов. В принципе, Черкасов, Попов, Кириленко. Такая ударная тройка по первому тайму. А атаку завершает Михаил Шалько точным броском, 16-15. И еще 40 секунд мы будем в меньшинстве. Опять ворота у нас пустые. Мухаметов, Винейчук, Галкин, Светлов, Галкин, Винейчук, Мухаметов, снова Винейчук. Оставляет Светлову, тот Галкину. Ну шикарно, шикарнейшая атака. Красавцы, 17-15. Кириленко на Шалько, тот ворота. 17-16. Равная игра. Ну, с таким с минимальным перевесом в первом тайме в пользу хозяев. В полном составе играет Динамо Орбиотех. И до перерыва... ну, чуть больше полутора минут. Подраем полы немножко. Тоже нужно. Тут стоял бы начать трансляцию, это правильно? Странно тогда. Ну, созвонись в перерыве. Я извиняюсь, дорогие друзья, но тут выясняем технические накладки, от чего они происходят и по какой причине. Возможно, дождь залил не только ФОК молодежный, но все антенны, провода и все, что можно. Что даже мешает вести нормальную трансляцию. Галкин. Браво, Саша, браво! 18-16. И гости в быструю атаку бегут. Кириленко на Шалько. Арбитр свистнул. Что это? Линия или что? Ну, в принципе, не важно. Черкасов, Кириленко. Попов. Ну, там Глеб Великанов отразил, но Дамира Мухаметова, ну, он падает или сам или нет, не знаю, да. Атака бы могла быть быстрой, но поторопились. В итоге ничего не сделали. Полминуты до перерыва. 18-16. Интереснейшая игра, интереснейший матч. И гости в атаке. Попов. Черкасов. Снова Попов. Был свисток чуть раньше, чем мяч залетел в ворота. Поэтому, наверное, счет-то на табло не поменяется. 2 секунды до перерыва. Все. Дорогие друзья, отдохнем. И вернемся.
бы сейчас, ну, мой тренер, который заслуги тренера России по панкратиону, по боям без правил, сказал, и чё ты щурил лицо? Это разве удар, блин? Это так, ни о чём. Топ-13 лучших тренеров мира входит. Его сын Сашка, старший тренер клуба «Сталинград», единственный, наверное, во всем мире, чемпион мира среди профессионалов. То есть у нас чемпионов мира много. У нас чемпионат мира, знаешь, там тренера пригласили, блин, там провели, о, я чемпион мира. А он поехал и бился за поезд в Омске, отобрал его армяна, короче. Он единственный, в Волгоградской области прям сотворил историю, чемпион мира среди. И его никто не призывает, нет, не терялся. Здравствуйте.
Дорогие друзья, совсем немного остается до начала второго тайма. Давайте, кто только что присоединился к трансляции, были в первом тайме, кстати, у нас технические накладки. Ну, как всегда, мы приносим извинения, но тут в непривычных условиях. Условия хорошие, мы к ним не привыкли в этом ФОКе. Итак, наши гости, они в желто-синей форме, команда Виктор Соор Ставрополь. Итак, номер 3. Тимур Габараев, 9-й Вадим Попов, 22-й Иван Шевченко, 23-й Руслан Гакаме, 28-й Ярослав Веревкин, 32-й Михаил Шалько, 37-й Кирилл Шитик, 40-й Дмитрий Терещенко, голкипер, 43-й Никита Кириленко, 45-й Исмаил Черкасов, 47-й Александр Пелех, 51-й Илья Краков, 62-й Алексей Жуков, 90-й Максим Пихтерев, 93-й Даниил Филиппов и 98-й голкипер Даниил Пшеничный. Капитан команды Иван Шевченко. Главный тренер команды Сергей Кленов и старший тренер Виталий Риховский. Хозяева площадки Динамор Биотех. Они в зеленой форме. Итак, номер 2 Данила Кытрян, 3 Константин Кудинов, 8 Дамир Мухаметов, 9 Сергей Палащенко, 10 Егор Кривов, 17 капитан команды Дмитрий Шубин, 19-й Владислав Глущенко, 20-й Никита Кумсков, 21-й голкипер Глеб Великанов, 27-й Сергей Винейчук, 31-й Сергей Василенко, 33-й голкипер Игорь Дубин, 34-й Александр Галкин, 55-й Семен Арзамасов, 69-й Никита Светлов и 77-й Мирослав Земляной. Главный тренер Богдан Кольцов и тренер-мастер спорта Николай Сорокин. Ну, судя по счету на табло, я думаю, кто не смотрел, не видел первый тайм, плюс 2 это совсем ни о чем, можно сказать, в гандболе, поэтому это означает то, что игра равная.
18-16. Хозяева пытаются уйти в отрыв. Не позволяют им это сделать гости. Все время преследуют, но все время гости в роли догоняющих. Вперед они не выходили. Вот было 7-7, они догнали, но плюс один, плюс два все время держится. Весь первый тайм держал в пользу хозяев. Надо бросить, арбитр руку поднял. Сергей Палащенко довел, довел до ума атаку. 19-16. Ну, там, понятное дело, нарушение, опять Константин Кудинов. Главное не получить удаление, одно у него уже есть. Ну, и ничего серьезного. И слава богу, со Смаилом Черкасовым просто небольшой ушиб. Игру он продолжит. Итак, пенальти. Максим Пихтерев против Игоря Дубина. Один пенальти Игорь Дубин в этой игре взял. Но тогда бросал Никита Кириленко, а вот Максим Пихтерев дважды ему забросил. 19-17. Две минуты сыграно во втором тайме, и самое-самое ответственное, самое-самое жаркое, это, понятное дело, второй тайм. Особенно последние 15, там, может быть, 20, 10 минут, последние минуты матча, вот эти отрезки, самые нервные, самые напряженные. Как будет сегодня? Будет ли адреналин в концовке? Скоро узнаем. Пока в атаке хозяева площадки. Кудинов, Глущенко, тот Палащенко, Арзамасов. Вернул Сергею мяч. Арзамасов, Палащенко, снова Арзамасов. Доверного разыгрывают. Ну, а доверного получилось до свистка. До свистка арбитра. Арзамасов. Что сделает Семен? Пытался там передачу сделать на Кудинова. Но ему помешали, не без нарушений. Атака нашей команды продолжится. Арбитр руку поднял. Одна передача уже была. Еще есть три. Вторая. Браво! Аплодисменты Семену Арзамасову! Даже лимит передач не использовали после того, как арбитр поднял руку. Всего 4 передачи можно было. И Глеб Великанов в очередной раз творит чудеса. Ему мы прозвище придумали «Скала». Пока «Скала» в молодежке. Но, в принципе, он уже играл в Суперлиге и дебютировал еще в позапрошлом сезоне. И дебютировал не один раз. И на выезде играл, и на своем поле. Вот в этом сезоне уже достаточно времени провел в матче с «Зенитом». Ну так, поступательные движения у Глеба вверх. Так скажем, идет в правильном направлении. Я отмечал в первом тайме, кстати, наших болельщиков, которые приехали с другого, с южной окраины, ну, можно сказать, на северо-западную окраину. Километров 50, а некоторым еще и больше пришлось проехать вот до этого ФОКа. Ну и не могу не отметить, сегодня на игре вот присутствует, болея за нашу команду, шикарный гол Вадима Попова. 20-18, скорее, шикарная атака, не сколько шикарный гол. На игре присутствует заслуженный тренер России по водному поло, тренер волгоградского «Спартака» Николай Козлов. И вот опять у нас что-то с интернетом происходит постоянно. Вот сейчас было соединение прервано, потом соединение подключено. Но это уже не наша вина, не от нас зависит. Я даже спросил у охранников ФОКа, они сразу сказали, очень плохой интернет, очень плохой здесь. И даже могу назвать провайдера, его зовут Ростелеком. Вот такая вам антиреклама, чтобы работали лучше.
Данил Пшеничный там получил свою порцию аплодисментов. Отразил атаку гостей, но на подборе были первыми хозяева. Галкин, Светлов. Пытался сразу троих протаранить. Но без свистка арбитра здесь не обошлось. Атака хозяев. Винейчук, Галкин, Катриан, Светлов, Земляной. И третий момент за игру я уже насчитал. Не попадает Мирослав сегодня. Как говорится, вот тебе плацдарм, забивай, не хочу. Он не ищет легких путей, он выбирает что посложнее. Понятное дело, где момент, где проще попасть, чем не попасть. Почему бы не выбрать трудный путь, сложный. Что Мирослав сделал уже третий раз в игре. Ну, подраили немного полы, сейчас продолжим играть. Седьмая минута, 20-18, ну, практически мяч в мяч. Ну, как я и говорил, и в первом тайме также плюс один, плюс два всегда ведут в счете, все время ведут хозяева, гости не отпускают их в отрыв. Шитик, Попов, и 20-19, плюс один, минус один, понятное дело, для гостей, плюс один для хозяев. Игра равная, тем она интересней, тем напряженнее, ну и тем эмоциональнее. Галкин, Светлов, снова Галкин, поиграли друг с другом. Глущенко, его вяжут, Галкин, проверил на прочность щит, на котором написан центр развития гандбола «Динамо», щит прочный. Больше, Саша, можешь не проверять. Еще травмный. Второй раз в игре гости сравняли. Но много времени им понадобилось. Первый раз это было, когда счет был 7-7. Сейчас 20-20. Светлов, Галкин, Винейчук. Они немного заснули, хозяева, в перерыве, но я думаю, сейчас проснутся. И две минуты кому? Данилу Филиппову. В меньшинстве гости. Даниил Филиппов отправился на скамейку на две минуты. Двухминутная дисквалификация. Винейчук. И снова впереди Динамо Орбиотех. 21-20. Всего плюс один. Чем ответит команда из Ставрополя? Шитик, Черкасов. Попов, Шитик, Черкасов. И свисток арбитра. Ну, можно сказать, свистком арбитр спас атаку гостей. Это могла быть потеря. Я имею в виду, ни в коем случае не предвзятый спас. Я думаю, все поняли. Руку поднял. Надо бросать гостям. И две минуты. Кому? А, нет, не две минуты. Это судья, видимо, показал букву В. Виктория, победа. Бросок. Какой гол? Аплодисменты. Кто это? Кирилл Шитик, по-моему, это был. Самую девяточку. Такой точный, меткий бросок.
И счет равный. 21-21. Десятая минута второго тайма. Винничук. И потеря. Потеря, атака неудачная. Вот у гостей появился шанс впервые в игре выйти вперед. Но этот шанс надо еще использовать. Черкасов, Шитик, Попов. Также Шалько, Руслан Гакаме на дальнем краю. И Никита Кириленко, это кто у гостей. И гости вышли вперед впервые в игре. 21-22. Попытались мы там организовать быструю атаку. Не получилось. Слишком усердно Никита Кириленко тормозил своего тезку Светлова. И переусердствовал на двухминутное удаление. Снова в меньшинстве команда гостей. Виктор Суор. И гости впереди. Плюс один для гостей. Ну, помыли полы, давайте продолжаем матч. Светлов, Галкин. Винничук. Галкин. Василенко. Ввел мяч в игру. Галкин, Винничук. Сергей вяжет. Мяч у нас. Светлов. Галкин. Ну, разыграли-то красиво, но надо же довести атаку. И аплодисменты Данилу Пшеничному. Тут же атака, и Максим Пихтерев выводит команду свою вперед уже плюс два. Тайм-аут. Я думаю, его берет Богдан Кольцов. Тут сверху не видно, кто конкретно табличку положил на стол. Ну, само собой напрашивалось Богдану Александровичу взять тайм-аут. Да, немного уснули наши ребята в перерыве. Ну, я думаю, сейчас тренер их разбудит нужными словами. В принципе, немного времени понадобилось и тому, и другому тренеру. И продолжаем. Гости в меньшинстве. У них удален Никита Кириленко. Еще минуту 14 секунд будет он сидеть на скамейке, как оштрафованный. И Сергей Палащенко появился. Семен Арзамасов. Глущенко. Ну вот уже ударное такое трио из основы. Из основной команды. Земляной. Но на этот раз забил. 22-23. Причем гости вышли вперед плюс 2, когда они, у них на одного меньше. И у них и сейчас еще на одного меньше. Ворота пустые ради лишнего игрока и цена ошибки. Это тот случай, когда чаще всего забивают вратари. Когда пустые ворота. Обычно это происходит вот во время удалений. Опять что-то у нас с интернетом. Вот сейчас мне, ну... Я думаю, у вас тоже эти звуки слышны. Соединение прервано, потом снова подключено. Поэтому, если подвисает,
А у нас Мирослав Земляной отправляется. На 4 минуты. Я даже не понял, за что. Но, может быть, за какие-то слова неприличные. Вроде жестко правил нарушены не были. Никто, слава богу, и травмированный не лежит. Медицинская помощь никому не требуется. Ну, видимо, в чем-то где-то не сдержался. 4 минуты мы в меньшинстве. А через 10 секунд у гостей на площадку выйдет Никита Кириленко. И они будут в полном составе. И гости выигрывают. Плюс один. Черкасов. На Шалько. Тот ворота. И минус два уже. Для хозяев. Плюс два для гостей. 22-24. Ну. Более собранными вышли ставропольцы на второй тайм. И у нас пустые ворота. Светлов, Глущенко, Палащенко, Арзамасов, Катриан слева, в центре Кудинов и пустые ворота. Светлов, Палащенко. Уронили Сергея Палащенко. Он даже сумел нанести бросок. Бросок, конечно, был так больше символический, чем прицельный. Атака продолжается. Арзамасов, Светлов. Арзамасов. Палащенко. Штангу попадает Сергей. Четырнадцатая минута. Минус два. 22-24 в пользу Виктор Суора. Попов. Черкасов. Шитик. И Максим Пифтерев не сумел переиграть Глеба Великанова, но атаку гости продолжат. Шалько, Шитик. Черкасов, Попов. Едва ли мяч не потерял, но исправился Кирилл Шитик. Хотя ошибку допустил. Тайм-аут берет Сергей Кленов. 22-24. Еще минуту 46 секунд. Наша команда будет в меньшинстве. Мирослав Земляной. Что-то такое несуразное натворил, что получил 4 минуты. Вносят тренеры коррективы. Музыки у нас сегодня нет. В тайм-аутах. Но музыку включить надо. Включим после игры. А вот грустную или веселую, это уже будет зависеть от итогового результата. 15-я минута матча. У нас на одного меньше и в атаке Виктор. Как хотел Константин Кудинов убежать, но остудил его арбитр. И Кирилл Шитик. И уже плюс три. И тоже впервые в игре. Гости вышли вперед. Плюс три. Ворота у нас пустые. Арзамасов, Палащенко, Светлов. Глущенко. Центр Сергея Палащенко, тот ворота, 23-25, здорово разыграли, до верного.
Чуть меньше минуты у нас еще будет, одного меньше. И 15 минут сыграно. И пошла кульминационная 15-минутка. Последняя в игре. Ну, точнее, она единственная, последняя. Когда все решается. Шитик Пихтелев, и там Глеб Пеликанов. Атака не удалась у гостей. 20 секунд еще будет Мирослав Земляной тусить на скамейке штрафников, точнее запасных. Ну, она 4 минуты для него стала скамейкой штрафников. Арзамасов, Светлов. Светлов, Глущенко. И Даниил Пшеничный. В полном составе играет Динамо Орбиотех. Игра, игра, Винничук. Арзамасов. Кудинов. Ну не хватало. Ну такую атаку и запороть, а! Вы что творите, а? 23-25. А потом задумайтесь, почему мы не берем очки. Ну дети забивают в таких случаях. Я имею в виду детскую секцию, а не просто дети. А вы в чемпионате России. Все для вас причем сделал соперник. Отдал неточный пас Сергею Винничуку. Сопернику. И на тебе. Арбитр руку поднял. Черкасов, Шитик. И атака захлебнулась у гостей. Светлов. Арзамасов. И тоже сейчас потеряет. Потерял. И тут же Руслан Гакаме выбегает. 1-1. А там Глеб Пеликанов, а? Творит чудеса. Глеб поймал кулаш. Это здорово. Вот сколько атак уже с обеих сторон сейчас были холостыми. Понятное дело, торопятся, понятное дело, хотят забить, но... Ну и, конечно же, отдельный респект вратарям. И Глебу Великанову, и Данилу Пшеничному. Винничук, Палащенко, но его вяжет Михаил Шалько. Палащенко, Светлов. Винничук, мяч в сетке, 24-25, 19-я минута. С центра призывает начать арбитр. 24-25, плюс один в пользу гостей. Шитик, Черкасов, Шалько. Попов, Черкасов, Шитик. Ну что-то такое намудрили. И выход 1-1. Константин Кудинов. Ну расстрелял просто в упор Данила Пшеничного. И счет снова равный. И самый нервный отрезок любой игры в гандболе. Ну конечно, если никогда счет плюс 10. 25-25. И 19 минут сыграно. 11 минут до финального свистка. В атаке гости. Шевченко, Шитик. Шевченко, Попов, Шитик. Свисток. Кириленко отдает мяч Шалько. Тот Шевченко. Попов, Шевченко. И там Глеб Пеликанов, но на подборе первый. Тимур Габараев был. Атака гостей продолжается. Шевченко. Попов. И снова свисток арбитра. Ну растет, растет напряжение. Уже почти минуту гости эту атаку. Продолжают. Арбитр показал 4 передачи. Первая, вторая, третья. И Глеб Пеликанов!
25-25. Ну надо забить, парни. Палащенко, Винничук. Палащенко, Светлов. И Данил Пшеничный. Даниил. Сдерживает Максима Пихтерева. Там Сергей Винничук. Пенальти показывает судья. И 2 минуты Винничуку. Не согласен, понятное дело, Сергей с решением арбитра. Не согласны и трибуны. Но это, в принципе, объяснимо. Максим Пихтерев. Против него Глеб Великанов. Красавец, а! Красавец! Ну что еще можно сказать? Не сумел Максим Пихтерев перехитрить голкипера. Мы в меньшинстве, и мы идем вперед. Палащенко. Арзамаса. Ворота пустые. Смотрите, не потеряйте. Глушенко. Передача Палащенко в центр. Мяч в сетке. 26-25. Снова хозяева впереди. И мы еще больше минуты будем играть в меньшинстве. 22-я минута. Уже и трибуны там, многие даже не сидят, стоят. Да, в молодежке на раз такие рубки происходят. Но глаза радуются такую игру посмотреть. Да еще и вживую. Глеб Великанов! Кудинов убежит, Константин. Его ничего ему не сделали. Сам упал, столкнувшись с Никитой Кириленко. Хотели быстро, получилось как всегда. Шутка юмора. 48 секунд еще Сергей Винничук будет отбывать. 2 минуты, 2 штрафных минуты. Мальчик со шваброй потребовался. Необходимый атрибут. Ну, наверное, не только в гандболе и в баскетболе, кто, где еще в зале играют. И в волейболе. Ну да ладно. Игра продолжается. 22-я минута уже заканчивается. Плюс один впереди хозяева площадки, а в атаке гости. Шевченко. Попов, Шевченко на дальний, на Кирилле. Ох, какое столкновение, это жесткое. Но ничего, отряхнулись и вперед. Плюс один впереди хозяева, и они владеют мячом, они идут вперед. Палащенко, Арзамасов, Катриан. Светлов. Ну, опять требуется швабра. Влад Глушенко, Сергей Палащенко. Ну, это ветераны. Как и Глеб Великанов, ветераны молодежки. Ветераны молодежной лиги. Последний сезон. У них вот такое удовольствие поиграть среди, ну, относительно среди ровесников. В принципе, в этом сезоне уже превалирует 2006 год. А в Скифе вообще голкипер 2007 года рождения. И в полном составе играет Динамо Биотех. И они же атакуют. Светлов, Арзамасов. И там Данил Пшеничный. Ставополь бежит вперед, теряет мяч, причем на голом месте. Тоже атака не реализована. Чем ответит хозяева? Светлов! Мяч в сетке! 27-25. Быстрая атака гостей. Поторопились, но уронили там кого?
Сейчас рассмотрю номер. Тайм-аут. 23-го номера уронили Руслана Гакаме. И тайм-аут. А вот кто взял, я не расслышал. Ну, в принципе, не... не столь важно. Тайм-аут берет один тренер, но возможность у обоих. Это водным поло я видел. Если один тренер взял тайм-аут, то ему команда к нему подплывает. А вот если команда соперника, в этот момент остается на своих местах. И тренер что-то подсказывает с бортика бассейна издалека. Здесь все попроще. 27-25. Тайм-аут завершается. И мяч у гостей. Двадцать четвертая минута второго тайма. Шитик, Филиппов, Черкасов, Гакаме, Попов и Кириленко. Ну и пшеничный ворота. Черкасов, Филиппов. Попов, Черкасов. Шитик, Попов. Шитик. Ну здорово, здорово. Без вариантов. Обыграл и забил. Разыграли, как говорят, быстрый центр. Палащенко, Арзамасов. Но быстрой атаки не получилось. Светлов, Палащенко. 27-26. Всего плюс один в пользу хозяев площадки. Вот во втором тайме игра шла вот так с переменным, маленькими переменными качелями. Ну, плюс три вырывались гости вперед. Сергей Палащенко! 28-26. Ну, понятное дело. Вот эта концовочка, она всегда нервная. И всегда гораздо чаще свисток арбитра слышен, чем во время всей игры. Шитик, Попов, Черкасов. Снова Попов. Грамотно хозяева обороняются. Но это уже был бросок, скажем так, отчаяния Данила Филиппова. Сергей Винничук лежит на паркете. Ну, быстро встал. Ну, больно бывает, надо терпеть. Гандбол очень контактный вид спорта. Поэтому ушибы, травмы. Микротравмы — это как, ну, можно сказать, атрибут, сопровождающий этот вид спорта. Да по сути, как и везде, во всех игровых. Ну, практически во всех. В керлинге, наверное, только травмы не получают. Светлов. Данил Пшеничный. Порцию аплодисментов получил. И жаркая концовка. 5 минут до конца игры. 5 минут. Плюс 2 выигрывает выигрывают хозяева. Динамо Биотех. Гости в атаке. Черкасов, Филиппов. Шитик, Черкасов, Шитик, Попов, нет, до Попова, дошел мяч до Попова, Черкасов. И уложили его. На паркет этого нового Фока. Да, Фок прекрасен, но слишком маленькие трибуны. Слишком маленькая вместительность. Потеряли мяч гости. Светлов на Кудинова. Тот на Катриана. Данил пробил. Данил, его тезка Данил Пшеничный угадал. Угадал, куда будет бросать Данила Катриан. Но пробил его. И 29-26. Это уже задел.
плюс 3 перед вот этой концовочкой, которая так медленно тянется для нашей команды и так быстро тает время для гостей. Потеря, и есть еще возможность увеличить счет. Не надо торопиться, все спокойно, аккуратно. Сергей Палащенко. Это мэтр молодежной команды. И рекордсмен по заброшенным мячам в одной игре. Но все забываю не уточнить, сколько он-то забросил. Но больше 20. Это рекорд. Арзамасов, Палащенко! Погладил штангу! И порадовал болельщиков! 3 минуты до конца, плюс 4! Выигрывает Динамо Орбиотех. Или дублеры Каустика. Названия разные, но команда одна и та же. Вот так, если разобраться. Ну здорово, здорово. Здесь аплодисменты просто сами по себе. 30-27. Но это я еще перед этим своему коллеге Сергею Хохлову. Почему команда «Динамо Орбиотех», а на футболках написано «Каустик»? Потому что это и есть «Каустик». Но название молодежной лиги «Динамо Орбиотех». Свисток арбитра, у гостей еще возможность сократить. Они минус 3 проигрывают, и меньше 2 минут уже достается до финального свистка. Глеб Великанов! Он не согласен был с этой потерей наших игроков и с атакой наших соперников. Скала! Глеб Великанов! Красавец! Плюс 3. И минута сколько? 40 секунд. Ну вот что-то Иван Владимирович Мартыненко объявляет. Тут болельщики так шумят, что я даже не понял. Ну, видимо, что-то интересное. Это наш легендарный дядя Ваня, Иван Владимирович Мартыненко. Чемпион страны в составе Каустика многократный и чемпион мира среди молодежных команд 95-го года. Мастер спорта международного класса в атаке хозяева Никита Светлов. А свисток арбитра был перед тем, как он бросил. Поэтому мяч засчитан не будет. В атаке гости. Шалько, Попов, Черкасов, Пихтерев, Черкасов. Минута до конца, плюс 3. Максим Пихтерев там прорывается, протаранит, не дают ему, обороняются хозяева. Исмаил Черкасов. С Кудиновым ведет борьбу. И потеря у гостей. Но это победа. Возможно, шанс еще и был, если бы гости эту атаку довели до логического завершения, какого она должна была доведена. Но... И опять тайм-аут у нас за 20 с чем-то секунд до финального свистка. Ну кто, Богдан Кольцов взял? Ну, чтобы разыграть, наверное, да, все-таки разница мячей тоже. Чем больше, тем лучше. Поэтому и последнюю атаку, если она последняя, надо довести до заброшенного мяча. Это все понятно, это объяснимо. Свои наставления. Был отрезок во втором тайме, когда ставропольцы перехватили инициативу, вышли вперед до плюс 3, но не удержали преимущество. Не получилось.
Итак, завершаем игру. Последние секунды. Арзамасов, Палащенко. Арзамасов, Палащенко. Наглущенко. А Влад, ворота! Здорово! И поздравляем болельщиков и игроков и тренеров с победой в этой игре. 31-27. Красавцы! Но это еще не все. Завтра ответная, повторная игра. Она будет играть, мы будем играть здесь же. В Фоке имени Левона Акопяна, заслуженного тренера России, в Дзержинском районе. Адрес: улица Расула Гамзатова, 17. Дорогие друзья, кто поедет из дальних районов, не на своем транспорте, а на общественном, сюда идет из южных районов только 77-й автобус. Это если без пересадок. Остановка 33-я школа и дальше пешком. И тоже пешком немало. С километра полтора-два. Ну что ж, молодцы, мы благодарим Виктор за хорошую классную игру, за эмоции, за нервы. Поздравляем и благодарим наших ребят с победой. Завтра повторная игра, также посмотрим вместе с вами. Кто сможет, приходите, поболеем. А на сегодня все. С вами был Константин Родионов и встретимся на гандболе.